Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я буду снимать ваше любимое видео, которое называется «Мама, купи мне пони». Вы очень долго ждали видео вообще, про пони, поэтому я решила вам снять видео «My Little Pony». Ну что, поехали! Ай, какие прикольные пони! Я так себе хочу купить одну из вот этих милых поняшек. Эй, сестра, что ты делаешь? А, я? О, я, да ничего, пони смотрю. Хочу себе купить поняшку какую-нибудь. Эх, я бы тоже хотела. Ну, так чего же мы ждем? Может, попросим маму и пойдем в торговый центр? Ой, я не знаю, какую-то оценку получила за контрольную по математике. Я думаю, что я получила 4 или 5. Хотя я вообще не готовился бы, что я получила 3 или 2. Та же самая проблема. Я боюсь, что я получила 3 или 2, потому что я забыла про нее и не готовилась, боже. Там еще оценки, ты не знаешь, не выставили? А, вроде нет. Давай посмотрим у тебя на телефоне. Да, давай. Девочки. А, мама, привет, мам, как дела? А, все хорошо, все просто отлично. Девочки, я хотела вам сказать, что сегодня мы идем в торговый центр. Там купить кое-какие вещички мне. И, может быть, если вы себя хорошо вели и получили хорошие оценки за контрольную, возможно, я вам тоже что-то куплю. Так, девочки, порадуйте меня своими оценками за контрольную. Мам, мы думаем, что у нас... мы думаем, что у нас... пятерки! Скажи, что пятерки, она тогда нам купит пони и все вещи, что мы захотим. А, да. Да, у нас точно пятерки, может, четверки. Ой, как здорово, какие вы у меня молодцы. А давайте-ка я посмотрю электронный дневник. Полин! Ладно, давай покажем ей. Давай. Да, мам, сейчас. Так. Оценки еще не выставили. А вы думаете, у вас четверки или пятерки? Вы все учили? Да, мам, я все учила, у меня все правильно. У меня точно будет четверка или пятерка. У меня мам тоже точно либо 4, либо 5. Если так, девочки, то тогда давайте собирайте вещи, и мы идем в торговый центр! Ура! Ура! Так, я с собой взяла сумку, положила телефон на всякий случай. Вдруг там кто позвонит. Вы уже собрались, да? Да, мам, я уже точно готова. Да, я тоже, я готова, все. Поехали! Тогда поехали так. Сейчас пойдем. Пойдем. Ура! Так, вот мы и пришли. Здравствуйте. Здрасте. Так, девочки, я пойду посмотрю вам юбки там, себе какую-нибудь одежду. А вы пока можете посмотреть себе пони. Я вам куплю по одной пони. Потому что вы получили, четверки, там, пятерки получили. Ну, их, конечно, еще не проставили, но вы молодцы. Хи-хи, она правда подумала, что мы их получили? Да, надеюсь, мы успеем купить игрушки до того, как оценки выставят в электронный дневник. Я тоже на это надеюсь, поэтому быстрее бежим выбирать. А, я уже бегу. Стой, подожди меня. Как же я? Я первая. Фу, я прибежала. Стой. Ассортиментик небольшой. Но это, так скажем, магазин довольно-таки маленький, поэтому неудивительно, что здесь так мало пони. Так, какую ты возьмешь? Я, наверное, возьму себе... Честно говоря, я даже не знаю.
Я хочу вон ту большую, она мне очень нравится. А я, честно говоря... О, кстати, это ты. До меня только сейчас доперла. Я хочу маму взять. Ну хорошо, возьми тогда маму. Ура, нам купит пони, как я рада. Ура, так я тогда пойду возьму. Опа. Ой, она у меня между копыт застряла. Ой. Так, а я сейчас магии... Моя любимая. Ах, какие красивые юбочки. Жалко, что они мне не налезут. А вот то платье, хотя да, тоже не налезет. Думаю, что девочкам, раз уж они получили пятерки, четверки, мои умницы, я им еще куплю и по юбочке. Это будет правильное решение. Так, надо их позвать. Девочки, девочки, идите сюда. Девочки. Ай, как хорошо, что наш план идет, так скажем, под контролем. А, я сама рада. Девочки, 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 идите сюда. О, мама зовет. Пойдем. А, да-да-да, иду. Так, девочки. Раз уж вы у меня такие отличницы и молодцы, я решила, что вам прикреплю вон те вот юбочки. Поэтому померьте их, пожалуйста, а то вдруг они вам не подходят. Ура, еще и юбки! Ура! Так, девочки, давайте покажитесь. Ох, дорогая, тебе очень идет эта юбочка. Я обязательно тебе ее возьму. Спасибо, мам. Теперь ты. Ой, доченька, прости, на тебе она не очень идет. Ну, ничего, я не расстроена. У меня есть юбочки, поэтому... Сейчас я ее сниму быстренько. Ничего, я не расстроена. Сейчас надо повесить ее. Да, оставь так, ее там повешет. Повесит. О. Эй, мама, мама. Так, ладно. Тогда я сейчас возьму нам печеньки. Печеньки? Печеньки? Да, печеньки к чаю, ваши любимые. И пойдем тогда на кассе. Ура! Ура! Так, вот и печеньки. А вы взяли себе пони? Да, вон они. А, это же я. Ну хорошо, идемте тогда на кассу. Так, девочки, тут небольшая очередь. Ну ничего, подождем. Пробить мне, пожалуйста, вот этот кексик. Угу. Бздык. С вас 150 рублей. Так, ага, 150. Угу, вот, держите. А, спасибо за покупку, приходите к нам еще. Так, здравствуйте. Здрасте. Пип-пип-пип-пип. А, ой, извините, пришла смс-ка сейчас. Минуточку, сейчас я посмотрю, что там пришло. Так, сейчас. Угу. Так, что? Девочки, что вы мне сказали, что вы получили? Пятерки, четверки. Да, мам, пятерки, четверки. Да, только почему-то в электронном дневнике у тебя, моя дорогая Лили Блоссом, 2, а у тебя, моя дорогая Рэрити, вообще-то 3. А что? Что? Но нам сказали, что... Так, девочки, хватит мне врать. Вы мне просто соврали, чтобы я вам купила пони, да? Нет, мы не знали, честно. Да, мы не знали, мы готовились. Да, конечно, так. Все тогда, выкладывайте пони, печеньки и... ну, юбочку можно оставить. Ура, у меня будет юбка. Нечестно. Так, все. Раз уж вы будете судить за юбки, тогда все, ничего не берем. Я себе только сейчас возьму... Наверное, вон то платье. Ну, мам, ну, пожалуйста, не надо. Нет.
Хорошо, тогда сделаем так. Убирайте юбку и пони, а оставляем печенье. Мы ж сюда не зря пришли. Ну, пожалуйста, ну купи нам пони! Ну купи! Нет, я сказала. Пожалуйста, не устраивайте тут концерт. У нас уже на прошлой неделе было такое. Так, а вы помолчите вообще. Девочки, не куплю я вам никаких пони. За такие оценки вам... Я вам могу только подзатыльник дать. Ну, мам, ну что ты такое говоришь? А то вы взяли, во-первых, не выучили ничего, во-вторых, обманули меня, так еще и заставили меня купить вам пони. Не, я вот... Вы что, думаете, у меня так много денег, и вы своим поведением заслуживаете такие дорогие подарки? Ну, они не так уж и дорого стоят. Да, конечно, доча. Может, они и не так дорого стоят, но за что вам их покупать? Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, купи пони, ну, купи, мама, купи пони, купи. Аккуратнее, вы сейчас весь магазин сломаете. Какой цыц! Конечно, ваше величество, все. Девочки! Спокойно, спокойно, спокойно. Убирайте пони. Мам. Я сказала, убирайте, все. Вы не уби... Раз уж вы не убираете, я уберу. Все. Пропейте нам, пожалуйста, печенье. Да, конечно, секундочку. Сейчас. Быстрее! Что? Сколько с нас? 300 рублей, 300 рублей. Все. Вот, держите. Спасибо за покупку. Не при... Ой, приходите к нам еще. Так, все, девочки, идем. Ну, мам, я сказала, идем. Что ж, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите лайк, подпишитесь на наш канал и не забудете поставить колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет следующее видео про My Little Pony. И всем пока! Пока! Пока!